В печи можно приготовить пищу, когда здесь немножко угли прогорят, есть специальный противенек небольшой. Мы их сами делаем. Они не боятся перетопов, если даже их на 2-3 полена можно истопить посильнее, то есть ей ничего не будет. Да раз уж мы открыли печную дверку, тут дрова подложили, давайте покажем. Значит, печь подовая, колосников нет. Вот это приток воздуха, первичный приток воздуха, который вот здесь выходит. А то, может, кто-то скажет, что такое 20 квадратных метров. А я скажу вам, 4 на 5 у нас дома в России были у некоторых людей. Добрый день всем. Мы продолжаем рассказывать о печах группы компании КДМ, печного центра Дятлова Горы. И в этом видео мы хотим пробежаться по линейке наших отопительных печей и коротенько в двух словах рассказать по каждой печи. Несколько печей вот мы даже затопили. Пирометром померяем. Итак, печи ПКО. Расшифровывается как печь круглая отопительная. Классика жанра. Такие печи стояли на почтах, в торговых центрах было, чуть не сказал, это нынешние времена. На почтах, школах, сельсоветах, пристанях и работали по 100 лет. Мы ничего нового не придумали, возродили эту традицию. Металлический корпус, внутри печь кирпичная, трехканальная. Печи подовые. Стеклянная дверка системы, чистое стекло. Ну и печь ПКО 40, цифра 40 означает, что печь рассчитана примерно на 40 квадратных метров. Это при том случае, что печь натопим, вот как, например, вот эту. И вот сейчас пирометр нам показывает вот 54, 65. Вот, кстати, 65 – это та оптимальная температура. 2-3 секунды рука терпит. Все, эта печь уже в режиме. Больше подкладывать не надо, дальше это уже идет перетоп. В печи можно приготовить пищу, когда здесь немножко угли прогорят, есть специальный противенек небольшой. Мы их сами делаем, небольшие, специально под наши печи. Печи подовые, здесь можно прекрасно готовить еду. И вот когда печь уже прогорит, остались угли, полноценная стерильная духовка, мы противень закладываем. И через стекло видим, как через 10-12 минут у нас еда готовится. Печь подовая. Стоимость печи в однотонном исполнении такой 78 300 рублей. Печь ПКО 30, чуть-чуть поменьше, ее стоимость 67 800. И смысл в том, что эти печи 2,10 высотой, мы их рекомендуем ставить в помещение, где высота потолка 2,40, но 2,30 это уже критическая высота, просто будет очень трудно устанавливать печь. Давайте покажем, там у нас, нет, это, ну вот сейчас у нас 370 там градусов показывает и ябедник, и черная стрелка. Все, печь уже дальше топить не будем, иначе уже критически будет расти. Это у нас 30-я модель на 30 квадратных метров. Но нам никто не запрещает пару-тройку поленьев подложить побольше, и тогда мы сможем и 40-50 квадратов отапливать. Это у нас ПКО 20 и ПКО 15, это одни из самых ходовых печей. Они уже пониже идут. 20 на 20 квадратных метров. Это на 15. В некоторых случаях такие печи мы ставим даже на укрепленные крепкие деревянные полы. Естественно, на негорючую какую-то защитную площадку. Про эту печь у нас уже было видео, мы пирометром ее стреляли. Ну и 15 на 15 квадратных метров. Если ее погорячей натопить, там она и 20 потянет. Вот, все зависит от утепления дома. Но я скажу, что 15-я модель, она выходит на режим, где-то минут через 20 уже становится горячей. У нее стенки не очень толстые. Быстро прогревается. Ну и на осенний, такой весенний период, на холодное лето, прекрасно подойдет подогреть комнату 15 метров, там 20. Но это такая приличная комната. А то, может, кто-то скажет, что такое 20 квадратных метров. А я скажу вам, 4 на 5 у нас дома в России были у некоторых людей. 4 на 5, там 5 на 5. Вот. Ну это вот что касается наших круглых отопительных печей. Собрать, естественно, печь может любой желающий. Есть схема по сборке. Вот, в регионах у нас такие печи есть. Ищите всю информацию на нашем сайте. Пойдемте дальше. Самая любимая моя печь и самая-самая ходовая печь Сударушка. Это кирпичная облицовки, высота ее 2 метра. Здесь мы ее уже можем ставить, весит тонну, тоже трехканальная оборотная печь в кирпичной облицовке. Стоимость ее 78 300 рублей. Она также трехканальная. Вот сейчас мы ее истопили, и мне кажется, немножко даже переборщили. Вот, ну, вот 75 градусов показывает тут, ну, в зависимости от того, куда стреляю. Это температура, при которой уже рука практически, ну, не терпит у меня. Хотя касаюсь не металлического корпуса, а кирпичной облицовки. И при том, при всем, что она имеет некоторую инерционность, минут через 10-15 она еще сильнее у нас нагреется. Но я скажу, что
мы такие печи ставим, а хотя она у нас на 40 там, квадратов рассчитана, у нас были случаи, где-то 50 мы отапливали и больше. Ну, все опять-таки зависит от того, как утеплен дом, не дырявый ли он. Ну, естественно, печь подовая, стоит на шансовых кирпичах, прочистная дверка, собрать может любой желающий. 78-300. Печь нижегородская, так она и называется. Это конвективно-излучательная печь, внутри шамотный сердечник, и через некоторое расстояние продуваемая облицовка стоит. В данном случае это керамогранит, обычный китайский керамогранит. Мы его нагревали в режимах перетопа и до 100 градусов, до 110, брызгали вода, тут даже шипит. Отлично выдерживает, все шикарно. Рядом стоит абсолютно такая печь, только другая облицовочка. Другой поинтересней керамогранит. Это мы сделали для того, чтобы показать, что пределов фантазии нет. Какую плитку найдете, такую поставим. Было бы желание. Через конвекционные решетки у нас выходит тепло в одну комнату, может быть, и в другую комнату выходить. Печь подовая также. Значит, весит она где-то килограмм, наверное, 600 у нас, даже там 500 килограмм. Есть люди, которые ставят их на укрепленные крепкие деревянные полы. Дымоход 120, теплоемкая печь КИФ-30. Это печь, которую мы уже выпускаем уже 8-й год, и она перетерпела 7 апгрейдов. Вот эта вот самая последняя версия стоит 106 500 рублей. Эта печь хороша для людей, которые постоянно живут и постоянно только делают, что отапливаются печным дровяным отоплением. Она очень теплоемкая, один раз в сутки ее можно топить, и она поддерживает более стабильную температуру на протяжении суток. Печь весит тонну, высота чуть больше 2 метров, отапливает примерно 30 квадратных метров, ну, 106 500, я уже сказал. Также она у нас подовая, стоит на шансовых кирпичах, красивая кирпичная облицовка, а внутри сердечный шамотный сердечник в металлическом кожухе. Поэтому печь абсолютно неубиваемая, ее можно перетапливать, ее можно топить на убой, но этого делать не надо. Ну, иногда, ну, конечно, иногда, когда хочется, но все равно подкинете дрова, ну, что же делать. Зато побольше квадратуры оттопить. Рекомендую, классная штука. Сударушка, про которую мы ранее говорили, но эта печь у нас идет уже в Змеевике. Камень есть такой, очень красивый, зелененький, а у нас есть еще в Балите. Стоимость 95 тысяч, но про нее мы рассказывали, мы ее только что топили, показывали просто вот как образец. Ну и самые-самые наши новые передовые, про них мы уже видео снимали, это у нас ладушка в Змеевике 75 тысяч. И в кирпичной облицовке 55. Это горячая вообще печь 19-го года. Мы ее на Новый год 19-го года выпустили. Уже несколько штук таких сами установили. Прекрасно. Квадратов 20-25 она отапливает. Ну, а принцип строения все точно такой же. Вообще, для чего мы, почему мы заморочились, как печники, делать такие печи? Именно в корпусах, в кожухах. Ну, потому что они стояли и работали у нас в России по 100 лет. Вот. И они не боятся перетопов, если даже их на 2-3 полена можно истопить посильнее, то есть ей ничего не будет, ну и нам рекламация головной боли потом не прилетит, да. Человек же никогда не скажет, что вот он топил щепками, вот, а печь развалилась, да. Ведь все топят щепками, а печь почему-то разваливается. Вот здесь все защита от перетопа. Ну и последний наш, немножко побольше печь, это у нас печь-камин с духовкой. Сейчас вот уже 200, мы ее затопили, вот надо подкинуть дровишек. Раз уж мы открыли печную дверку, тут дрова подложили, давайте покажем. Значит, печь подовая, колосников нет. Вот это приток воздуха, первичный приток воздуха, который вот здесь выходит. Вот здесь, где колоснички стоят, как горячо, вот задний выход. И есть еще система чистое стекло, это вот эта приточка, открываем, и воздух выходит вот отсюда. Между рамкой печной дверки и шамотным кирпичом. И у нас получается такая тепловая как бы завеса, и стекло остается всегда чистым, прекрасно все работает. Духовой шкаф, в данном случае мы печь истопили, она практически вышла на режим. Сейчас термометр показывает в духовке 200 градусов. Открываем. 200 градусов, прекрасно это. И померим температуру. 280. Вот на боковых стенках 260-250 градусов, на задней торцевой стене тут тоже 240.
На плите просто большая температура, 360. Ну, вот так. И если мы хотим больше тепла получить, и быстрее мы вот это дело можем открыть, и в дом пойдет больше тепла. Сейчас у нас кирпич, верхушка 45-46 градусов показывает. Ну, через часок она полностью прогреется. Рекомендую, стоимость 156 тысяч 200 рублей. Собрать ее может любой желающий. Диаметр дымохода 180 миллиметров. Ну вот это так коротко об отопительных печах наших. Сейчас у нас на производстве абсолютно новая модель печи, скоро мы ее покажем. Где купить печи в регионах, что сколько стоит, все найдете на наших каналах. Приглашаем к сотрудничеству печников, печные магазины, печные центры. Хватит железками торговать, переходим на кирпичные печи. Пока, всем до встречи.